Дуже тяжко писати відос, коли мережа в голові. А до речі, що за машина сьогодні? BMW. BMW, знову срач. Що за BMW? Ах, этот X5. Давайте подивимося, що там є спочатку. Друзі, всім привіт! Останнім часом до нас приїжджає багато BMW в порівнянні з тим, що було, наприклад, декілька місяців назад. Так от, тут є легесенький парадокс. Вони приїжджають або в дуже такому класному стані, або, ну, піпець, дрова-дрова. З чим будемо працювати ми сьогодні? Давайте подивимося. BMW. Крышку можно скинуть, да? Это у вас тут база, да? База торпедных катеров, да. Я не знал, что я сюда приеду. Но человек не здесь находится. Не знаю, мы с ним разговаривали. Ну тут что с такой неприятной? Ну, это бампер. Это капот. А вы же говорили, что нет, там все да, в идеале. На самом деле, да, я тоже увидел, когда уже. Может, где-то я уже цепь. Машина не маленькая. Ну да. Смотрим мы. X5. Так, значит, что по бамперу? Начнем снизу, передний. Есть такие вот щёсы. А бампер не в пленке, разве? Не вижу я, чтоб он в пленке был. А, это капот в пленке. Это вы недавно брали? А? Вы недавно брали? Да. Друзі, ви коли приїжджаєте на оклейку автомобіля, як часто ви забуваєте, що ви там раптом забули поклеїти бампера? Йопті, я хотів, а тут забувся. Ну ладно, якщо серйозно, то до нас приїжджають різні люди. Приїжджають звичайні люди, приїжджають перекупи. Ми не сторонники вішати ярлики. Але коли автомобіль продають швидесенько, саме час задуматися, непогано щось там з автомобілем. Ну, тобто треба більш ретельно уваги. Ладно, зараз все дізнаємось, дивимося далі. Так, передній бампер теж не стоїть в зазорі. Не критично, но есть. Тоже с этой стороны есть такой вот щёс. Тут тоже немножко он съехавший. Так, под капотом здесь сухо. Не вижу никаких запотеваний поверху. Крылья тоже не вижу, чтобы поднимались. Так, антифриз на месте. Здесь тоже все хорошо. Тут пока сухо, я не вижу никаких телодвижений ненужных. Так, здесь усилитель не крутился. Подкрыло грязный, то такое, здесь вроде бы все норм. Так, лобовое оригинальное стоит. Такие вот царапины есть неприятные. Вот одна, вторая, накладочка, вернее, эмблемка уже начинает деградировать. По диску тоже есть такие вот щесы. Толпачок уже тоже на подходе. Резина зимняя, практически новая. Здесь тоже все хорошо. Оригинал, оригинал, оригинал. Сзади стекла все оригинал по левой стороне. Так, здесь по карте. Здесь все хорошо. Под химчистить надо. Здесь тоже все хорошо. Накладка норм по рулю. Тоже все хорошо. Здесь не знаю. Надо попробовать. То есть от курточки. Краска. То не щесанная, то от курточки. Я понял, что это краска от другой курточки. Насправді, за білим салоном треба доглядати. І хто має білий салон, тот знає, що часто цей автомобіль буде жити на мойці. Але в даному випадку цей автомобіль 17-го року. Ну, невже тяжко було зробити хімчистку за 650-800 гривень, щоб він був білесенький, красивесенький. Ладно, дивимося далі. Так, теж по-хорошому треба похімчистити, але от це не факт, що відмиться, може відмиться, може ні. По крыше все хорошо. По дверям теж все хорошо. Есть такая вот царапина неприятная. Это все не сполируется. Царапина-то такое, блин, но... Да не, но когда после мойки все время, блин, все больше и больше да. Кот. Это да. Это значит, надо уже с мойкой разбираться, блин, менять. Так, двери тут. Не вижу, чтобы они отнимались. Карта стоит норм. По проему все хорошо. Здесь двери тоже не вижу, чтобы отнимались. Хорошо, и тоже вот подкапанные сколы на дверях. Тоже вот есть царапина, они подкапанные. Ну, подзапиленная машинка. Вот царапина по всей двери. Задней, вернее, сантиметров 30-40. Так, это все рабочее. Ремень рабочий, нормальный.
Здесь такие вот пятнышки есть. Не знаю, отмоются или нет. Это же кофе разлитое, короче, ну, не знаю, что это. Так, по дискам. Диск тоже поцарапанный. Значки уже пора бы менять. Бампер не стоит на месте. Тоже все хорошо. Есть пару царапин тоже здесь. Так, здесь все хорошо. Задняя крышка крутилась. Отут прийшов час трошки прироскрити карти. Справа в тому, що цей автомобіль до ціни ми повернемося трошки пізніше, але цей автомобіль позиціонується як майже новий. Тобто у нього всього 37 тисяч кілометрів пробігу. Да, вона 17-го року, вона трьохлітрова бензинова, але автомобіль позиціонується як от в такому от стані. І поки що виникає дуже-дуже багатенно запитань. Але все одно дивимося далі. Декатка, домкрат, крюк. Так, здесь все хорошо. А есть такие вот пару царапин, не критично, но есть. Нормально. Ну как сказать, крышка нижняя крутилась. Я видео сейчас засниму, вам все расскажу. Здесь тоже все нормально. Немножко не в зазоре стоит, не критично, но есть диск. Тоже есть щесы, значок под замену. Тоже вот царапины есть такие. Ремень есть. С другой стороны ракус соплей кофейных, наверное. Здесь немножко не стоит на месте. Может, когда тонировали, нормально не поставили. Так, здесь по порогам тоже все хорошо. Тоже диск подчуханный. Алло, удобно, Максим? Значит, что по ней, то, что я посмотрел, значит, бампер передний снимался, он красился, стоит не в зазоре, он немножко подопущен. С двух сторон щесы есть на бампере переднем. Есть царапина на задней двери, сантиметров 30. 40. Плюс на задней левой двери есть подкапанный такой скол неприятный. Крышка задняя багажника отнималась. Нижняя часть, не знаю чего, но отнималась. По салону с водительской стороны, я не знаю, оно очистится, не очистится. Тут, грубо говоря, краска перебилась на сиденье. Диски, есть царапины на дисках, я бы их покрасил. Значки тоже пошли деградировать, облазить. Тоже їх по заміну. Далі для глядача треба пояснити, що взагалі з цим автомобілем. Насправді, особисто моя думка, автомобіль з технічної точки зору, акцентую увагу, він непоганий, але він уставший. Ну, там подряпина, там царапина, там знімався бампер, там кофе розлято, там салон зачуханий, там кришка багажника знімалася. Нічого страшного в цьому немає, це звичайне життя автомобіля. Далі треба цей автомобіль, як каже один з наших фахівців, просто змінити ракурс і подивитися на нього з іншого боку. СТО, де ми повинні були подивитися, нема світла. Тому далі їдемо і шукаємо СТО, де ми зможемо подивитися автомобіль з іншого ракурсу. Срань господня. Да, да. Я в шоке, блин. Здрасте, а где тут СТО, не подскажете? СТО, не подскажете? Спасибо. Здрасте. А на 2 часа на СТО подъемничек записывали? На 2 часа на подъемничек на СТО записывали? Ну, диагностика ходовой. Надо записывать? Ну да, я. А тут одно 6 или несколько? Не надо. Что? 400. 400? Я понял. Мать моя женщина. Я в шоке. Я помолчу. Я просто в шоке. А прогресс СТО не подскажете где? Следующие ворота за этими. А, за этим еще один. Да. Я чувствую, что это жопа такая, не СТО будет. Что это просто... Это без мата, блин. Не скажешь. А, ну тут более-менее СТОшка.
нашли? Только ж начали. Так, по трубам тоже все отлично. Амортизатор сухой. Редуктор тоже сухой. Подвесной. Есть трещины, но еще походит. Люфта нету. Под диску. Диск я не вижу, что варился. Порта не болтаются. Здесь тоже нет. Колодки здесь. Нормально еще поездить. Тормозной диск. Надо смотреть. Скорее всего, что тут вместе с заменой колодок. Тормозные диски тоже надо будет поменять. Так, тормозной шланг. А можете подойти? Норм. На шар у вас. Видите? Шар шарнир прыгать. Ага. Да. Это, ну, уже люк не есть. Может быть стучочек с этой стороны. Ну не стучит ничего. Ну, я мое дело покажу. Не, я помню. Справа, это вернее, слева нормально? Да, это цело. Ну это расходники, это как бы. Это да, это целые, эти тоже целые. Ярослав, как машина у вас? У нас нормально. Доехала до подъемника? Да, своим ходом, не на эвакуаторе. Ничего не крутилось. Болты на свете не снимался. По резине практически новая. 19-го года резина. Так, лось не болтается. Суппорт не болтается. Тормозные диски под замену вместе с колодками потом. Вот, это шар. Ну, рычаг в сборе меняется. Шаровая отдельно не меняется. Меняется вот эта вся железячка. То есть за счет того, что там есть люфт? Да. Разбито шарово. Ага. Тормозной шланг норм. Здесь тоже колодки меняются вместе с дисками тормозными. Не, мастер сказал, диски тут хорошие. А если приеду в колодки, потом надо будет диски мерить. А что тут мерить, их менять надо вместе с колодками? Я понял, колодки доезжают, я рекомендую диски поменять тоже. Потому что там уже износ нормальный. Всегда износ смотрится с внутри. Не снаружи, а снутри. Вот здесь вот берешь, совываешь палец на диск и строжишь борозду. То есть тут, грубо говоря, процентов 50 уже износ есть на этих дисках. С новых колодок, то, что сейчас стоят, со 100%, 50% уже не подустали. Колодки заканчиваются, их надо менять. Это нормально. Защитку скинете? Да, есть такой, тут болтиков прилично. Что, на переднюю и заднюю? Да, 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 да. Ну ж посмотри, запотевания какие, где есть. Это ж BMW. Есть запотевания? Нема. Это ж... только по бочке чуть-чуть, но это масло меняли, не дотерли. Так, спереди сухо. По пробочке. Коробка тоже сухая. Да, действительно, скорее всего, что с пробки. Так, теплообменник сухой. Да, довольно-таки сухо. Поддон сухой. Здесь поддон тоже сухой. Защитки целые, бачки. Да, да. Ну, то есть... Позом не ползала, да, только на ощупь останавливалась. На ощупь? Ну да. Что на ощупь? Ну что, все диски покоцанные, блин, то есть царапины такие, сколы такие нормальные. Прям как в этом, в Италии, либо в Франции, где-то там. Доехав до бампера, отсок, все, да. Значит, есть, можно останавливать. А где она вообще обслуживалась? На Баварии. На какой Баварии? В Харькове. Ну, до Баварии она обслуживалась там до 19-го года. А, да. Ну и все. Два ТО, но она официально. Тоже в Харькове. Масло меняли в коробке или нет? А я не знаю. А сколько там по регламенту? 30 тысяч масла у меня? 30-40. Здесь все сухо. Здесь. Ну, запотел, но это не запотевание даже. А вот в интернете написано 60-80 тысяч. Ну то, что в интернете написано, то такое. Не, ну я имею в виду на Баварии, не официально написано. В официальном сайте. 30-40 тысяч меняется масло. 60 тысяч – это вояжна їзда. На БМВ вояжної їзди не буває. Треба тут дати пояснення. Насправді, букварик, ну мається на увазі книжка, рекомендує на БМВ міняти мастило в коробці 90 тисяч. Це дійсно так. Але, враховуючи те, як, в яких умовах їздить цей автомобіль, ну я маю його на увазі, коли там «Ах, джага-джага, тра-та-та-та-та-та» цьому машини дають, велику навантаження на двигун, скажімо так. Ну це, щоб не сказати, що під хвоста дають їй. Так ось,
Сергій, треба сказати, що у нього було відразу два BMW, не якихось там карчолиги, а нормальних автомобіля. Він отримав сразу два. Ніхто інакший, як Сергій, не знає, як цей автомобіль утримувати. Ну, він знає, скільки це вартує, і якщо не своєчасно поміняти мастило. Моя особиста порада, дійсно, 30-40 тисяч, і це мастило треба міняти. Це якщо ви свій автомобіль дуже любите. Ну, а якщо ні, якщо ви його ненавидите, то по книжці пишемо 90 тисяч і буде добре. Да, по піддону не можна, да, посмотреть, наверное. Или піддон не надо снимать. Для чого? Щоб поміняти масло. А это он меняется вместе с поддоном. А, ну, я за это спрашиваю. Все нормально. Все можно ставить. Скажите, только руки сложи. Неплохой тазик, замена одной шаровой. Не проблема. Рычаг в сборе, он там не особо дорогой. Так тазик годится. Ну, не супер, но нормально. Что, нормальная машина? Это вполне. После Фокса, который мы снимали недавно, то это типа прям вообще земля и небо. Ну, всему да. Всему есть свой, как бы, отношение к машине, эксплуатация. Кто любит машину, кто нет, кто ненавидит. Что, компьютерная диагностика не получается, потому что тут стоит противоугонка и перепиновка УБД разъема. Собственно, надо ехать на Баварию. Відносно Баварії і перепіновки. Куди б ми не поїхали, доки не включиш секретик, нічого не буде. Ну, мається на увазі, там обіді розйом, там 16 пінів. І коли вони трохи перекинуті, то неможливо прочитати автомобіль. Це роблять для чого? Це роблять для того, щоб автомобіль неможливо було під'єднатися, считати інформацію, прописати ключі, таке інше. Але цей хлопчина, що продає автомобіль, зателефонував до попереднього власника, і попередній власник розказав, де живе секретик. Ага. А декретка стоїть по білайзеру. Тепер копірування жорстки буде. Да, заводи машину. 34714. Похоже. На пробег? Да. Слава Богу. С прицепом 65 тысяч. Это как? Это нормально, не обращайте внимания. Я шучу. Едет она бодренько. Блин, хорошо, бодренько. То есть ты дал газу, и она, когда ты отпускаешь газ, она типа тебя чуть покорит. А что за ошибка тут была? Ошибка. Вот, моторное масло, но оно помененное. Там есть. Но вот, сервис не сбит. Но сервис не сбит, да, потому что они на официале его меняли. И оно просроченное по, ну, по дате. Вот все, оно все в этом. Mm-hmm. Просто в течение, видите, 09.22. Оно за счет того, что просрочили, ну, его поменяли вовремя, но по датам, по самому году, как бы уже 23. Короче, не сбили сервисный, да, этот самый интервал. Да. Я сейчас выйду, вы повключаете свет, а, свет аварийку. Хорошо, без проблем. Аварийка работает, свет работает, противотуманки сейчас включит. Так, противотуманки работают. И что, крайняя цена 39? А на СТО что сказали? Почти без замечаний, да? На СТО? Ну да, ну так что, блин. Уже... Ну, смотрите, я ж думаю, наверное, с человеком, с тем, да, ну да. А, не, со мной. А, с вами? Да. То тут надо звонить шефу. Звоните, 39. За 39 ему звонить не будет. Я ему в первые дни, когда ему предлагали 40-500, я ему позвонил два раза, и он мне сказал, уволит. Алло. Да-да. Ну как там с деньгами? А, ну скажи 40 тогда, скажи, время идет, блин. Так а что ж предлагать 40, ну точнее, 40, если... Я вижу здесь. Если 40-500, я предложил, и сказал, не звони сюда больше.
Нет, там цена указана, но я не знаю. А надо... сколько там указано? 41 700. Ну 40 вполне нормальная цена. Не, ну 1600 долларов на чем? Так а что, ну смотри, у тебя тут, во-первых, сколы такие, которые подкапаны. Есть царапины на двери с этой стороны. Бампер не стоит на месте, он крашен. А передний крашен? Бампер, ну потому что. Диски покоцанные, блин. Ну, диски. Болты, машина, блин. 17-го года. Так, да. Новую так я в автосалон пришли, купили и уехали. Машина покусана, не крашена. Прошла вот эту станцию. Можешь заснять ее. Ну, на машине же ездили, но не бывает так, чтобы на машине не было скола. Я ж не спорю. Поэтому... То есть по-хорошему, то есть как бы тут есть чем заниматься. Ну, а чем заниматься? Грандиозное ЕТО светит, плюс перекраска бампера, поставить его на место. Не-не, а чего бампер красить? Ну, потому что он весь запиленный. Не запиленный, еще с одной стороны, еще с другой стороны. Ну, я покрасил бы для себя. Так, хорошо, стоп, аргументированно. $100 покраска бампера. Где хорошая покраска $100? Минимум 150, это хорошо, минимум. Хорошо, $150. Но. Покраска бампера, дальше считаем. ТО. ТО, ну, грубо говоря. Явно не на официале, ну, уже давайте будем. Она не на гарантии, поэтому не на официале. Ну, смотрите, тормозные диски вместе с колодками при стирании этих колодок. Так. Сколько это? Ну, 600 в круг, правильно? 600 в круг. Ну, я не знаю, что вы ставить собрались. Так, не, ну, это даже... Пускай будет 600. Не оригинал, я ж не про оригинал говорю. Смотрите, 600... И 150, 750. Тут же еще скрытые, может быть, дефекты, потому что не факт, что он... Я только что был на подъемнике, вылазили там, где нет, хотели. Нет, смотрите, я же не про то. Я же говорю про то, что он не сидит на месте, может, здесь направляйки поломаны. Тут же какой прикол? А не оригинал сюда не подходит, это однозначно? Однозначно. Если его снимать, и там какой-то один зуб поломанный, то она так будет и висеть. Это надо покупать так новый. Так он же стоит на месте. Да где он стоит на месте? Он не на месте стоит. Да ну. Вот ты на месте стоишь. Ну опять же, все относительно, я же говорю. Вот смотрите, я даже с крылом его, блин. Ну, не с крылом, а с этим. Я вижу 40, сколько, ну, то есть как бы, ну. Диски в круг перекрасить, это, ну, долларов 200. Это. Вы просто вам честно, извините, приехал бы X, заехал бы на подъемник, вы посмотрели, что там не родной пробег, так? Ну, и менять по ходовой много чего там. И делать все остальное. Вопросов нету, там оно все дорогое, в принципе. Но судя по вот этим нюансам, это же расходники, правильно? Ну, тормозные диски, колодки, расходники. Вот, бампер, ну... Как ну, для меня, да, это нормально. Не, ну как по мне, вот смотрите, одна машина, вам. Даже у вас есть, по-любому, где-то бампер чувствует. Конечно. Это 100%. У меня рабочая машина. Вот, ну человек тоже, если даже покупает, ну, блин, ну не бывает такого, чтобы она была идеальна. Давайте сделаем проще. Сейчас вбиваем ВИН-код или номер машины и смотрим, сколько она рыночная стоимость. Рыночная стоимость? Да. Ну забивайте. Мне тоже интересно. Давайте. Чисто интересно, мне тоже. А если там будет 43 сейчас? Тогда 40. 40. Тогда 43, 40. Да? 40. Не, ну... Ну я вижу 40. Давайте. Ну вы как Лукашенко. Говорит, сплю и вижу, говорит, 8200. 8200. 40-700. Я же говорю 40. 40. Это средняя цена этой машины. Так как это средняя цена? Ну, открываем авторио. Смотрите, тут ситуация, знаете как? Вот в каждой машине есть определенные моменты, да? Вот, например, в интернете есть машина за 46 тысяч, так? С пробегом 7, ну, 78, я не помню, я там не смотрел ее. 78. На обычных сидушках, на обычных, там, где задница вот так виляет влево-вправо, нету памяти, нету ледовской этой приборки, нету самых максимальных сидений, как минимум, нету туманок ледовских. И она стоит 46. Правильно? Не знаю. Не, ну... Вижу 40. Да, да. Видите, 40, я понял. Ну, я думаю, мы не договоримся. Ну вы как, мне скажите, какую вы цену, то есть, как бы, за нее хотите. Хорошо, если я сейчас звоню, грубо говоря, ну, там, звоню, и мне говорят вот такая, я вам озвучу, вы говорите, или да, или нет, или задаток, правильно, или как? Да, да. Ага, все. Ну, я сейчас человеку перезвоню, скажу, сколько вы готовы, за сколько вы ее отдаете. Все, хорошо. Как момент истины.
Значит, дивіться, учитывая все вот эти косяки, честно, мы планировали вообще $200 выступить. Ух ты, ё-моё. Да, да, да. Вот такой машины в интернете, чтобы найти сейчас, то ей нема. Ну, кроме моей. Так? Значит, 41 тысяча долларов. Можете звонить своему, ну, там, человеку, який хоче її купити. Я озвучував. 41, ну не менше. $700. Ну, я считаю, как бы на пробеге 34 тысячи километров менять тормозные диски с колодками, ну, это не целесообразно. Как сказать, я же говорю, у каждого свое да? понятие. Ну, я знаю одно, что колодки дохаживают, их надо менять вместе с дисками. Царапина на задней двери. Сколы на задней двери, на передней двери царапина. Ну, это вместе с тростами. Ну, как бы, ну, царапина по всей двери я тоже вижу, то есть это есть. Ну, то, я озвучил, в принципе, там уже дальше... 30,5 никак, да? Ну, 30,5 вообще никак. 41? Да, 41. Ой, 30,5. 40-500? 40-500. Не, 41. Резина есть? Зимняя? Лето. Лета нет. Нет? Нет. Ну, надо спрашивать. Сейчас с машиной у меня нету лета. Нет, так узнать, спросить, что есть, что нет, если что идется, что не идется. Не, я вот так машину продаю сейчас, а там уже по факту, если нет, будет какая-то конкретика. Надо, конкретика будет вам сейчас сказана. Мне надо человеку сказать, нет, что есть к машине, чего нету, а на ключей, есть резина, нету резины, еще на дисках, не на дисках, а потом уже понял. Уже ему это озвучивать и говорить цену. Хорошо. Що можу сказати про автомобіль? Автомобіль дійсно в технічно непоганому стані. Тобто машина добра, машина класна. Але, маючи недоліки, автомобіль має завищену ціну. І хто б нам що не казав, ми завжди стояли і стоїмо на стороні замовника. Хто б чого не казав, моя машина самая лучшая, моя самая класная, а моя вот з пуговицями перламутровими. Друзі, ми все одно будемо стояти на стороні замовника, тому ми максимум збиваємо цифру. Тепер, що стосовно цього автомобіля з його подальшої судьби? Нам невідомо, чи був куплений цей автомобіль чи ні, бо за 40 були готові забрати. Далі, наскільки я знаю, замовник вже напряму спілкувався з хлопцем, що продавав цей автомобіль. Чи домовилися, чи не домовилися, не знаю. Як на мене, ще раз акцентую увагу, що ціна на автомобіль завищена, тобто цей автомобіль переоцінений. Ну а ви що думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи завищена ціна за цей автомобіль, чи ні. Ну, а на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія 1 Авто. Всім удачі на дорогах, всім пока-пока. Автомобіль непоганий, але такий, трохи пошорханий. Так Ауді коли? Коли Ауді?